Всем привет! Меня зовут Андрей Кекс, и это программа Ask It Mo Week. Программа, в которой мы собираем самые интересные новости за прошедшую неделю из мира нашего неклассического университета. Да. Вот так вот все это красиво упаковываем и делимся этой информацией, этими новостями с тобой, мой хороший зритель. С тебя лайк, подписка, комментарий и улыбка. Очередной предметный рейтинг университетов мира был опубликован международным рейтинговым агентством QS World University Ranking by Subject 2021. Yes. В этом году ITMO укрепил свои позиции сразу по нескольким предметам. Кстати, университет занял 74 место. Как говорится, нет предела совершенству, есть куда расти. Между прочим, хорошие результаты также продемонстрированы по химии, машиностроению и математике. Вот теперь они все вместе. Ну а мы переходим к следующей новости, которую бы я хотел возвести в ранг постоянной рубрики. Дело в том, что уж очень часто в последнее время она нам начала встречаться. Итак, встречайте, наша новая постоянная рубрика «Ты нужен людям». Добровольческий центр университета ИТМО «Ты нужен людям» ищет разработчиков для создания сайта. Центру нужны разработчики React плюс Redux и Next.js. Вообще не понял, что только что сказал, но писаться это должно вот так. В задачи разработчиков будет входить верстка готовых макетов. Все подробности вы можете узнать в группе ВКонтакте vk.com/socialprojectspb. Ну или просто посмотрите в описании, там в полезных ссылках все есть. Скорее! Кто-нибудь! Мне нужен этот антидот! Кстати, 13 марта состоится очередной антидот. День открытых дверей магистратуры, на котором можно узнать кучу всего интересного и полезного. На этот раз инсайды о том, как зарабатывать до 50 тысяч рублей на стипендиях и научной работе в ИТМО. Среди гостей трансляции будет начальник по управлению и развитию студенческих инициатив Андрей Зеленко. Здравствуйте. И руководитель по НИУ КТР Анастасия Кушкоева. Здравствуйте. Также к беседе присоединятся магистранты ИТМО, получающие разные повышенные стипендии. Трансляция будет доступна в группе ВКонтакте. Смотри в полезных ссылках в описании. Погнали! Какой выпуск Ask ITMO Week без новости о хакатоне? Студенческое движение клуба в сфере цифровой экономики открывает набор в участие в хакатонах от университета ИТМО. Для отобранных студентов будут организованы лекции с экспертами и предпринимателями, а также победителями других хакатонов. Все подробности об этом проекте смотри в группе ВКонтакте в полезных ссылках в описании. Следующее. Раздельный сбор мусора для тебя не просто слова. Ты ездишь на велосипеде даже зимой, при этом не работая в доставке. Тогда следующая новость определенно точно тебе понравится. Эко-клуб ITMO Green запускает марафон об экологичной жизни в большом городе. Каждую неделю с 15 марта по 30 апреля ты будешь погружаться в новый аспект. Экосознание, минимализм, зеленая энергетика, ну и так далее. Самых активных участников ждут призы от магазина No Plastic, It's Fantastic. Все подробности и регистрация на марафон в группе ВКонтакте ITMO_Green. Мне нужна твоя кровь. Открыта регистрация на День донора в ИТМО в весеннем семестре. Сдать кровь можно будет 16 марта в корпусе на Кронверском и 25 марта в корпусе на Ломоносова. Ну а зарегистрироваться можно в группе ВКонтакте vk.com/donor_ITMO. Окей! Рубрика «Герой выпуска». Что может быть лучше героя выпуска? Только два героя выпуска. Егор Баженов и Никита Катрашов. Ребята стали победителями в конкурсе «Альфа-шанс» от Альфа-банка. Кстати, здесь может быть реклама Альфа-банка. Слышите, Альфа-банк? Здесь может быть ваша реклама. Договоримся, если что. Они сумели попасть в 30 лучших и теперь получат стипендию в размере... 300 000 рублей. Они сумели попасть в 30 лучших и теперь получат стипендию в размере 300 000 рублей. 3-0-0-0-0. Еще один 0 рублей. 300 000 рублей. Но мы их поздравляем. Специалистов выбирали эксперты программы, среди которых топ-менеджеры ведущих российских компаний. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, глава Фейсбука России Анна-Мария Тринева и инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский. Молодцы, ребята, мы вас поздравляем и желаем прокрутить все как следует. Ну а теперь моя любимая рубрика «Мегабайт Рекомендейшн».
самая просветленная Мегабайт рубрика. Рекомендейшн. Мегабайт запускает новый подкаст про архитектуру. В Арх-подкаст Софья Бабенко вместе с экспертами разбирается во всех особенностях градостроительства. Что сейчас в приоритете архитектурного мира? Какие течения наиболее актуальны и почему? Что и где посмотреть? Первый выпуск уже доступен на площадке SoundCloud. Ссылка в описании. Ну что ж, друг, вот еще один выпуск Ask It Mobik остался позади. Теперь ставь лайк, если ты его почему-то еще не поставил, подписывайся на канал, пиши свой комментарий и, конечно же, жди следующей недели. Меня зовут Андрей Кекс, пока-пока!